святитель Николай, небесный покровитель Угрешской обители, ее основатель, заступник и скорый помощник, истинный ученик Христовой веры. Вдали от Отечества нашего, вдали от наших времен, жил и прославился этот святой. Однако каким близким и всегда пребывающим рядом с нами он представляется. Как часто церковь в соборном богослужении, а верующие люди в домашней молитве прибегают к его предстательству перед Богом, с уверенностью, что милующее сердце батюшки Николая не оставит их без опоры в трудную минуту. Забранный, чудотворчий, изрядный угодничий Христов, миру всему источая многоценные милости мира и неисчерпаемые чудес моря, восхваляю тебя любовью, святителю Николая. Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, от всяких мя бед свободи. Да зову тебя, радуйся, Николая, великий чудотворче. Днем 21 мая, накануне праздника перенесения мощей святителя Николая из Мирликийской в Баре, братья Угрешской обители совершили в Никольском соборе малую вечерню с акафистом святителя Николая. Малая вечерня с акафистом небесному покровителю Николо-Угрешского монастыря стала первым богослужением, совершенным здесь после окончания работ по росписи стен в 2018 году. С этого дня, накануне праздничных торжеств, посвященных памяти Мирликийского архипастыря, здесь служится малая вечерня с чтением акафиста. Это непродолжительное, но удивительно трогательное по своему духовному звучанию богослужение, знак признательности и благодарности святителю Николаю Чудотворцу, усердному ходатаю и скорому помощнику, не оставляющему без попечения Угрешскую землю во все времена. Символично, что слова акафистного пения звучат в Никольском соборе, который был восстановлен на месте первого обетного храма, устроенного святым благоверным князем Дмитрием Донским после его победного возвращения с Куликовской битвы. Возрождение Никольского собора для Угреши – событие знаковое. Ведь именно здесь, с этого обетного храма, берет начало иноческая история святой Угреши. Вечером этого же дня в Спасо-Преображенском соборе на всеношном бдении братья обители и ее прихожане с благодарностью молились о своем небесном заступнике, святителе Николае. Ни одно поколение прихожан монастыря выросло под его отцовским крылом, укрепилось в Боге по молитвам Мирликийского чудотворца. Теперь, повзрослев, создав свои семьи и став родителями, они сами приводят в обитель маленьких Николаев и Ник. И это тоже одна из традиций – дезаименовать новорожденных в честь святителя Николая. Младенец, еще не сделав первые шаги, обретает удивительного по щедрости, скорого на помощь небесного покровителя. Для многих наших современников посещение монастыря стало семейной традицией. Они приходят сюда десятилетиями, еще с момента первого молебна святителя Николая, отслуженного на ступенях невосстановленной Успенской церкви в 1990 году. Второго мая, в сам день престольного праздника Николо-Угрешского монастыря, раннюю божественную литургию в Никольском соборе возглавил митрополит Каширский Феогност в сослужении духовенства обители. Традиционно, и нынешний праздник не стал исключением, 22 мая огромное число людей, прихожан и гостей древней подмосковной обители, приходят в дом святителя Николая на Угреше, чтобы молитвенно почтить память дивного угодника Божия.
Для многих это день особый, день сердечного общения с одним из самых любимых и почитаемых святых, который всю свою земную жизнь посвятил служению Богу и окружающим его людям. Церковное предание хранит свидетельство не только чудес, совершаемых святым Николаем, но и его необычайного милосердия. Он не раз тайно спасал людей. Кого от голода, кого от греха. В наше время часто приходится слышать жалобы на человеческую черствость и безразличие к чужим страданиям. На то, что нет людей, которые умели бы подойти к своим ближним в переживаемые ими тяжкие минуты, хотя бы с одним словом утешения и ласки. Действительно, слишком близки нам свои интересы, радости, печали, и слишком мало мы видим из-за этих стен того, что творится вокруг нас. Так вот, как раз обратное отношение к жизни раскрывается нам на страницах, которым, увы, так редко приходится нам прикасаться, на страницах житий святых, Божьих угодников, Божьих праведников, Божьих святителей. Великого Господина, Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всей Руси и Николу Грешки, обители Священного Архимандрита, да поминит Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Архиепископы и епископы православные, честные пресвитеры Второго Креста и Диаконства, монашеские чины причин церковных, все честнаго, наместник Архимандрита Варфоломея, с братьями святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поминит Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вся жизнь святителя Николая была проникнута всепобеждающей любовью, благодатную силу которой чувствуют все обращающиеся к святому с молитвой. Славой своей проповеди Владыка Феогност еще раз напомнил нам о даре чудотворения, знаке особого расположения Божьего к мирликийскому архипастырю. При жизни он был чудотворцем, и по отшествии своему за ним остался этот дар, потому что он не жил собой здесь, на земле, и не живет для себя на небе. Он живет благодатной помощью Божией, которой он делится по своей любви с теми, кто в этом нуждается. Обычно мы воспринимаем святых
как что-то очень такое далекое и другой природы, чем мы. Но это заблуждение. Господь нас всех призывает к святости. У каждого своя мера, но Господь призывает всех и дает обильно, благодать всем. Просто не все могут ее принять, а приняв, не все могут ее отдать. Когда мы говорим о чудесах и о той благодати, которую дает Господь, то мы опять же думаем, что это где-то и с кем-то. Нет, это сегодня с нами. Если мы сегодня не можем творить чудес, но мы можем сделать добрые в жизни своей. Если даже у нас нет каких-то денег, если у нас нет других благ, но ведь мы можем улыбнуться человеку, которому сейчас тяжело, и поддержать его в эту минуту. И это уже будет маленький шаг на пути к святости. Потому что все в жизни по ступенькам. Никогда не бывает так сразу большое. Нужно начинать именно с малого, с простого, естественного, человеческого. Быть просто людьми, быть просто человеками. И делиться той радостью, которую Господь дает нам. И когда мы идем из храма, наполненный благодатью, то часто забываем о том, что мы ее получили не для себя, а для того, чтобы передать эту благодать. И в этом и заключается смысл христианской жизни. Молитвами святителя Николая, архиепископа Мирлики и Чудотворца и всех святых, Господь и поможет нам осознать эту простую истину и делиться той радостью, которая у нас есть. И вместе с тем не вливать на людей свои беды и скорби. Ибо сам Господь поможет в этих скорбях и в этих бедах. Но не грузить людей, не усложнять им жизнь, а радовать и благодарить Бога. Блаженная кончина святителя Николая произошла в середине IV века в Мирах Ликийских. Но честные его мощи оставались здесь только до конца XI столетия, когда они по воле Божией были перенесены в итальянский город Бари. Во времена бесчинствования турок-мусульман во владениях Греческой империи существовала угроза уничтожения христианской святыни. И тогда купцы итальянского города перевезли нетленные мощи мирликийского архипастыря в безопасное место. Воспоминание об этом событии получил свое название праздник, который православный мир отмечает 22 мая. Нужно сказать, что торжество перенесения мощи угодника Божьего в церковь святого Стефана в Бари сопровождалось многочисленными исцелениями больных. И уже через год специально была построена церковь во имя святителя Николая. Скоро подщись избави Христово стадо.
от волков губище бьет, и всякую страну христианскую гради и сохрани, святыми твоими молитвами тьми, как убежат, трусы нашествия племенников и междоусобные брани, от глада, потопа, огня, меча и внезапной смерти, и я уже помиловалась и трех мужей, семницы сидящих, и избавилась их от царевы гнева и посечений мечного, так и помилуй и нас умом, словом и делом во тьме грехов сущих, и избави нас от гнева Божия вечной казни, я буду Твоими казалостью помощью, своим же милосердием благодатью, Христос Бог тихое и безгрешное житие даст нам, пожить в Вецесе, и избавит нас от шуя устояния, сподобие же Деснага со всеми святыми во веки веков. Святитель Николай, объединяющий нас в этот день, впрочем, как и во все другое время, усердно помогает уповающим на его милость не только оставаться истинно православными людьми, не только исповедовать правую веру, но и жить по ней, любить Бога и ближних, находя пример в образе мирликийского архипастыря. И причастие Святого Духа будет со всеми вами. Гремит сердце, благодарим Господа. Восемнадцать столетий прошло с тех пор, как жил и подвязался на земле святитель Николай. Но, несмотря на длительное время, разделяющее нас, он по-прежнему живой для всех людей. Святитель и чудотворец Николай, данный ему от Бога даром всепрощающей любви, помогает и нам стать причастниками Святого Духа. А как сказал первоверховный апостол Павел, «Благодатью Божию мы есть то, что есть».